16 июня на Троицу. С Любой и Верой едем в Рябово. Перекусить остановились у Суздаля. У обочины на взгорке лежит огромный камень, такой большой, что и забраться на него непросто. Горка под нами поросла синими цветущими травами. Проезжаем Ильинский луг. Коровы и козы пасутся по холмам. А за лугом, за прудами, за тихоструйной речкой виден старый город с куполами церквей. Чайки летают над лугом, коза зовет свою хозяйку. Мирно, покойно. Так что церковь у реки кажется легче разглядеть в ее отражении в водной глади. В нашем доме девочки разобрали книжки. Нашли книжку по оригами. Очень сложно было сделать собаку. Вот да, это щенок бигля. Солнце клонилось к западу, когда мы поехали в Худынское на реку. Девочки любят здесь бывать. Тихий вечер, жара спала, комаров и водов нет. Лес и небо отражаются в водной глади. На погосте тихо шелестит березовый лист на плакучих, склоненных к могилам ветках.